Всем приветики, Анна сегодня закупочка в магазине «Бедренку» я ходила, взяла себе вот такой термос железный, объем в термосе 500 миллилитров, вот такая крышечка-ручка, полностью железный, а там резиновая уплотнительная резинка, инструкция, такой на пол-литра термос, на работу брать, чтобы тепленькое было, или кофе, или чай можно брать. Так, у меня коллежанка едет в Украину, моя, и я ее дочке купила шоколадочку такую и вот такие вот сезамки. Все вкусы, которые были в магазине. Это с чиа, это с кокосом, это с йогуртом, это с шоколадом, это с медом, это я не знаю, что это, с каким вкусом, это классические. И эти без сахара. Вот такие вот. Так, купила вот такие вот булочки. Здесь 400 грамм. Они такие похожи, как на маленькие батончики. Батоны. Взяла вот такие формочки. Это для кексов бумажные. Так, сколько тут штук, глянем. 140 штук здесь в упаковке. 140 штук. Такое вот молоко. Это молоко мигдалевое. Выбираем вкус. Рисовое в прошлый раз брали молоко, понравилось. Но теперь решили еще мигдалевое взять. Оно немного дороже. Вот. Натуральный, безлактозный. Будем пробовать. Остановимся на каком-то лучшем. Взяли спагетти вот такие. Так. Взяла вот такую кашку. Здесь и капуста, и морковка. И соус, и грибы. В общем, вот такая интересная перловка. А это тоже каша ячневая с паприкой красной и с луком. Попробовать. Гречневая понравилась нам в прошлый раз каша. Очень вкусная была. Взяла пачку сахара обычного. Соль. Соль здесь вот йодированная. Такую простую нигде не находила. Видела морскую еще соль, но она очень крупная. Нам она не подходит. Взяла вот такое вот масло вкусное, 82%, кефирчик 2%, буду кексы делать. Две упаковки мусорных пакетов, здесь по 18 штук, они с вот такими вот завязками, на 60 литров ведро. По 2 с копейками там было. Мясо взяла, вырезка, это спина у нее, задняя часть. Хорошее мясушко. Цену я потом скажу, чек найду в конце. Взяла вот такой вот чай малинкой. Это такой же сухой, растворимый. Насыпаешь, заливаешь кипятком или холодной водой. Можно сразу пить. Проэкспериментирую сегодня себе в термос на работу сделать. Такую филешку рыбу. Я напросила рыбу купить. Вот купила я филешку. С паприкой написано. С морскими этими приправами, специями. Такая рыбка. Филешки. Взяла еще сливки себе для кофе. 12%. Вот написано до кавы. Пол-литра здесь. Сейчас акция на яблоки. По одному злотому 98 грош. Яблоки голден. Так я взяла почти 2 килограмма, может больше. Вообще шикарный. Я люблю голден яблоки. Они вкусные. Еще малым бананов связочку. Сыр 250 грамм, тоже хороший, неплохой. Приправу взяла с прованскими травами. И взяла до картошки, до земняков. Тут буду запекать в духовке. Взяла еще уксус 10%. Здесь уксус, кстати, не 9, как у нас, а 10%. Здесь 750 миллилитров. Это стеклянная бутылка. По хлебчику с Яной вот такие орешки здесь. И мигдали, и еще какие-то фундук, вот вижу. Изюм, по-моему, 200 грамм. Тут около 6 с чем-то злотых. Сейчас посмотрю, почему. Итого моя покупка составила 133 злотых 52 гроша. Так, что я хотела вам на мясо сказать, сейчас скажу. А тут цена его была без скидки 18. Здесь 951 грамм на 18,99. А так оно мне обошлось
на 10, на 16, ой, на 10 злотых 45 грош. По филешка вышла, цена у нее на 11,99. Так, и что еще хотела вам сказать? Молоко почем? По 6 злотых 18 грош с мигдаля. А рисовая, в прошлый раз я брала 4,50 или что-то такое. Что вам еще посмотреть по ценам? Что будет интересно? Булочки сейчас глянем. 6 злотых 39 грош вот такие. Раз, два, три, четыре, пять, 10 штук тут. Так, все. Вот такая вот у нас сегодня закупочка вышла. Вот такая вот картошечка получилась. Духовочки.